ночной город. Это сразу возле нашего отеля ресторан с морепродуктами. Это очень удобно, я думаю. То, что мы вчера пробовали, это традиционная, популярная такая еда. Маленькие шашлыки с разными видами, как я это называю, котлеты, они это называют боу. Здесь то же самое. Традиция все возле дороги продавать. И даже не просто продавать, а еще и вообще они и едят возле дороги, и стрижки делают, и все что угодно. И спят даже возле дороги. То, что здесь вообще круто, то, что морепродукты на каждом шагу. Вот в Хо-Чи-Мину там такого не было. А здесь вот такие рестораны, мы буквально прошли только 100 метров уже, или 3, или, ну, как минимум 3 таких ресторана. Такая вьетнамская культура. Они сидят возле дороги и все это кушают. А это, не знаю, у нас как хот-доги вот так вот продают, а у них просто вот так вот еду продают. И тут же и едят ее. Ну, пахнет очень вкусно все. Но мы, как обычно, выберем такое место, где можно более или менее в чистоте побывать. Может, это пока, но в этом городе поспокойнее. Вот мы сейчас вечером идем, да, мотоциклы ездят, но такого, как Хо-Чи-Мин, здесь, слава богу, нет. Также приятно видеть маленький сквер 5 минут от нашего отеля. Вообще, этот город, да, напоминает Хо-Чи-Мин. То же самое все, но единственное, здесь нет такого шума и нет сумасшедшего движения. Надо дорогу опасно для жизни переходить. А так, тот же самый Вьетнам. Сколько мы не идем, все улицы с такими маленькими киосками, с одеждой, с едой, вот, с мобильными, ну совсем. И, по-видимому, эту одежду они тут же где-то и шьют, и сразу же продают. Кокос 10 это где-то 40, полфунта, короче. 10 тысяч. Yeah, coconut cost 40 pence. Yeah. Yeah. So good place. But small one. Yeah. Короче, тут все вот так вот выглядит одинаково. Остановились вот в таком месте, называется Тайгер. Сказали креветки с рисом, но здесь не понимают английский, поэтому не знаю, принесут ли нам рис или нет. Ну, очень просто, но вкусно, мы такое любим. Вообще-то несут какой-то рис, это, наверное, нам. Да. Слава богу. Но рис простой, я бы хотела какой-то особенный. Окей. Окей, хорошо, да. Поняли, значит, что нам нужен тоже рис. Вот такой вот ужин, нормально.